дурак? Что случилось, папа? Ты еще и спрашиваешь? А где ты был? Был с друзьями, а что? Что происходит? Хотя бы не ври. Что ты несешь, Чагла? Я вас видела. Как вы держались за руки с официанткой? Как ты мог? Как ты мог мне изменить? Итак, все ждут от тебя ответа, Бурак. Бурак. Если он не может ничего сказать, чтобы успокоила мою дочь, то нам здесь делать больше нечего. Мы уходим. Эльчин, ему обязательно есть что сказать. Сынок, скажи что-нибудь. Прошу, Сильда. Я поддержала эти отношения только потому, что доверяла Бураку. Но, видимо, я сильно ошиблась. Сильно ошиблась. Идем. Я больше не хочу слышать имя Бурака из твоих уст. Поняла меня? Что происходит? Мама? Что происходит? Не спрашивай, ослы. Все пошло наперекосяк. Я несла Сильде Ханум в кофе, и тут позвонила Чагла Ханум. Говорит, что видела Буракбея с какой-то девушкой. Что? Поэтому Сильда Ханум попросила их сюда приехать. И все окончательно пошло наперекосяк, когда приехал Буракбей. Бурак, я впервые за столько лет начал тобой гордиться. Ты меня разочаровал. Позор! Стыд и срам! Отец, я тоже не хотел, чтобы так вышло. Я говорил Чагле, что хочу расстаться, но она не хотела этого принимать и сильно давила на меня. Да мне все равно! Разве все так просто, а? Тебе такое поведение подходит, сынок? Отец, что бы ты ни говорил, ты прав. Мне жаль, что Чагла это увидела. Она так расстроилась. Как ты мог с ней так поступить, Бурак? И, кстати, кто эта девушка? Она серьезно официантка? Мама, да какая разница? Большая разница, сынок. Мы непростые люди. Даже если ты просто развлекаешься, я не хочу, чтобы это была официантка. Это неприемлемо. Очень неприемлемо, Бурак. Ты должен срочно покончить с этим. И в следующий раз будь внимательнее, когда будешь выбирать себе девушку. А завтра пойди и попроси прощения у Чаглы. Сделай все по-хорошему. Да, если понадобится, то и я помогу. Попросишь прощения, она тебя простит, Бурак. Да вы не понимаете. Для меня эти отношения закончены. Пути нет назад. Хватит! Будет то, что я говорю. Вот и все. Ослы, я закончила. Пойдем. Пойдем, дорогая. Хорошо, мама. Пойдем. Thank you.
Алло, Гонжа, ты где? Я видел, как ты печатала. Ну почему передумала? Почему? Где бы ты ни была, я тебя найду. Так не может продолжаться. Нам надо поговорить. Вы выходите, Буракбей? Да, появились срочные дела, Тургутбей. А что? Что-то случилось? Ничего серьезного. Просто нужно было обсудить кое-что насчет вашего проекта. Ну, прошу вас, раз нужно. Уф, ослы, уф. Алло. А можно Гонжу Ханум? А, вышла. Ладно, спасибо. Спасибо. Уф, что я ему сейчас скажу? Зачем звонит? Ну зачем вы так со мной поступаете? Уф. Слушай, Бурак. Хорошо, как твои дела? Аслы? Нет, она не со мной. Да, сегодня я пораньше вышла. Пойдем с Эрдемом искать подходящее место. Когда мы с ней утром говорили, она сказала, что пойдет на курсы. Хорошо, до встречи. Уф. Кузен? Ты уже выходишь? Ладно, тогда позже поговорим. Да, неважно, я позже выйду. Ладно, что случилось? Ты правда не в курсе происходящего? О чем ты говоришь, Волкан? Я не в курсе. Или это связано с ослы? Какая еще ослы, Бурак? Я говорю о маме. О маме? В смысле? Мама вернулась. Почему она вернулась? Не знаю. Но если она уйдет так, как пришла, это будет неплохо. А ты как узнал об этом? Они пересеклись с Эдой. Даже встретились. Сказала, что жалеет обо всем и соскучилась по нам. Я очень удивлен, даже не знаю, что сказать. Эда, наверное, очень расстроилась. Бурак, у меня к тебе будет просьба. То, как Эда отреагировала на отношения отца с Эльчин, и то, что она выросла без мамы, она может остаться под влиянием этого. Поэтому, если ты поговоришь с Эдой, то не говори ей ничего такого, что может придать ей смелости. Не неси ерунды, кузен. Эда, может, и не знает, что ты проживаешь, но я очень хорошо знаю. Ну, а ты-то в порядке? Ты в порядке, кузен? Да, я в порядке. Ну что ж, я и так приехал потренироваться. Пойду. Ладно. Давай пойдем вместе. Ты следи за обстановкой. Хорошо. Уф. Вот я и нашла тебя.
Уф, Чегла! Какая ты наивная! Дело сделано. Узнала ее адрес, пошли к ней. Что? На словах она не понимает. Но я объясню тем способом, которым она поймет. Никто не посмеет отобрать у меня любимого. Учитель, здравствуйте. Здравствуй. Я пришел за Аслы, но... Ее здесь нет. Она вышла? Она даже не приходила. А у нее разве не было сегодня занятий? Мы даже еще не приступили к занятиям. Хорошо, спасибо. Аслы, где ты? Я заставил тебя ждать. Я обещаю, я возмещу это. Может, приглашу тебя на завтрак? Я уже позавтракала. Ну и со мной позавтракаешь. Я очень голоден. Поешь на работе, мы опоздаем. Но у нас еще есть время. Обещаю, мы не опоздаем. Ладно. У тебя что-то на лице. Можешь посмотреть в зеркало. Что? Очень красивая. Ты еще красивее. Слушаю, Бурак. Аслы. Ну где ты, любимая? Я беспокоился. Бурак, прошу, не звони мне. Аслы, ты плачешь? Что случилось? Что-то не так? Кто-то тебя обидел? Я слышала вчерашнее. Твои родители правы. Ты где? Нам надо встретиться, по телефону нельзя. Нет. Аслы, не поступай со мной так. Мне все равно, что говорят и думают мои родители. А мне не все равно, Бурак. Прошу, больше не звони мне. Аслы, мне надо тебя увидеть. Аслы. Передавай Гандже привет. Хорошо, мама. Звони мне каждый день. Не оставляй без вестей. Я буду волноваться. Мама, я всего лишь поеду к подруге. Не за границу же еду. Девочка моя. Аслы? Выходишь? Да. Поедем вместе. Давай я тебя отвезу. Хорошо, спасибо. Вот и отлично. Поезжай на машине. Аслы, что тебя тревожит? Все хорошо, брат Халиль. Ты уверена? Слушай, может, сядем где-нибудь здесь и поговорим? Было бы хорошо. Я знаю, что тебя тревожит, Аслы. Чекран все поняла, да? Попросила уйти из дома, и теперь ты останешься у подруги. Брат Халиль, прошу, никому не говорите об этом. То есть я не хочу, чтобы об этом узнали родители Бурака. Не волнуйся, Аслы, не волнуйся. Какая же ты смелая девушка все-таки. Смелая?
Наверное, ты хотел трусливое сказать. Нет. Самое сложное на свете – это заставить себя что-то сделать. Ты оставила свои мечты, надежду, любовь, то есть саму себя. Мне надо было сделать это ради мамы. Я не думаю, что ты это сделала ради мамы. Ты сделала это ради Бурака, чтобы защитить его. И он в курсе этого. Поэтому его любовь к тебе с каждым днем становится все сильнее. С каждым днем я все больше привязываюсь к нему. Нет ни одного момента, когда бы я не думала о нем. Жизнь без него так бессмысленна и пуста. Мне больно думать о том, что я могу быть без него. Мне становится плохо, даже когда я скучаю по нему. Разве у человека может гореть душа, скучая по кому-то? Может. Вот когда ты меня избегаешь, у меня сильно горит душа. Не злись на брата Халиля. Я его еле уговорил. Мне нужно было тебя увидеть. Ты себя плохо чувствовала? А я подумал, что если поговорить, то будет лучше. Я сейчас ухожу. А вы сядьте и поговорите. Я буду неподалеку, Аслы. Хорошо. Mükemmel olmasın benim kalbim her şeye yeter bir mucize sunmasın hep adil olmasın hayat bu inanmaya değer Я не сдамся, Аслы. Я прошу, ты тоже не сдавайся. Ты не понимаешь, Бурак. Я понимаю. Ладно. Держись от меня подальше. Не звони, не пиши. Я тебе тоже не буду звонить. Что изменится, Аслы? Что будет, когда мы отдалимся друг от друга? Мы будем счастливы. Для этого уже очень поздно. Раньше была ты, был я. Ну, а теперь есть мы. И что мы будем делать, Бурак? Я слышала, что вчера говорил твой отец. Мы не делаем ничего постыдного, Аслы. То, что мы влюбились друг в друга, это постыдно? Они все кое-что упускают. С этого дня ни на Чеглу, ни на других девушек я не посмотрю. Потому что я люблю тебя. Mucize sunmasın, hep adil olmasın, hayat bu inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın, benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın, hayat bu inanmaya değer. Benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.